4 вакансии на одного безработного. Такая ситуация на рынке труда в Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Александр Мор. Для поддержки занятости населения в регионе с федерального и областного бюджетов будет направлено более 340 миллионов рублей. Эти средства помогут создать дополнительные рабочие места в рамках общественных работ. При этом работодатели получат возмещение затрат на заработную плату в течение 3 месяцев. Также будет организовано опережающее профессиональное обучение для сохранения персонала предприятий, сотрудники которых находятся под риском увольнения. Работники промышленных предприятий смогут получить новые компетенции.